Я тоже хочу поблагодарить всех присутствующих гостей. Это очень известные, знаменитые люди и в шахматах, и в стране, и в мире. Спасибо вам большое, что, несмотря вот на свой такой плотный график, вы нашли возможность сегодня побывать в нашем университете на открытии шахматного клуба. И, конечно, я вот согласен с Александрой Константиновной, которая сказала, что начало положено. И мы действительно положили начало. Мы уже обсуждали эти вопросы и с министром образования нашей области. И мы вот договорились с нашим президентом Шахматной Федерации области, что мы обсуждаем этот вопрос на пленуме Совета ректоров. И я думаю, что вот эту мы обеспечим, конечно, развитие тех идей, которые сегодня были высказаны.